Здравствуйте! Мы снова беседуем с Дмитрием Криханом, философом, богословом. И сегодня мы поговорим о князе Петре Кропоткине и анархизме. Пожалуйста. Да, здравствуйте, дорогой Борис Юрьевич, здравствуйте, наши уважаемые слушатели, зрители. Сегодня нам предстоит обсудить очень любопытную тему с точки зрения и идеологии, и политической философии, как анархизм. Вообще, когда мы говорим об анархизме, нужно понимать, что мы имеем дело с целым пулом совершенно разных учений. То есть, в принципе, на мой взгляд, их можно разбить на три основных направления. Это то, что условно можно назвать правым или левым анархизмом, а также эгоизм. Вот. Ну, правый анархизм – это понятно, что такое. Основные представители – это, конечно же, анкапы, анархокапиталисты. Левый анархизм – это Кропоткин и другие либертарные социалисты и коммунисты. Третье направление, которое я назвал, это эгоизм, который был сформулирован знаменитым философом Максом Штирнером, который был, на самом деле, псевдонимом, господи, вылетело из головы его реальное имя. А, Иоганн Каспар Шмидт, вот, было его настоящее имя. И эта позиция, она вообще игнорирует как аргументы левых анархистов, так и аргументы правых, говоря, что только воля человека является для него законом и руководством к действию. Значит, что такое вообще левый анархизм? Как нетрудно догадаться, это анархизм, который сформировался в парадигме левой, то есть в парадигме левой политической философии, и он подразумевает не только отказ от государственной власти, но также отказ от некоторых институтов, которые нам знакомы из экономической системы, в том числе отказ от частной собственности, вот что и желал видеть Кропоткин, и более того, известно, что он даже на первых порах приветствовал приход большевиков к власти, он высказывался одобрительно относительно первых декретов большевиков, однако впоследствии, видя, что большевики – это совершенно не демократическое движение, он встал в оппозицию к ним. И, конечно, здесь, мне кажется, возникает первый такой тяжелый вопрос относительно частной собственности. Я вообще, так получилось, что мое знакомство вообще с политическим миром началось именно с анархокоммунизма. То есть я впервые, когда вообще начал интересоваться политикой, это было в 2011 году, так получилось, что первые люди, с которыми я начал общаться на этом поприще, это были так называемые либертарные коммунисты. Ну, они же анархокоммунисты. И до сих пор, в общем-то, я общаюсь с представителями этого направления. И я могу отметить, что они действительно являются в полном смысле анархистами, потому что даже внутри своей группы у них довольно часто отсутствует какая-то структура, четкость. Иногда они могут как-то противоречить сами себе, но они все очень такие, конечно, эмоциональные, энергичные. Вот. И я все время им задаю один и тот же вопрос, ну а как же такое возможно? То есть как же возможно делать анархическое общество и при этом заставлять людей вот там отказываться от частной собственности, запрещать им вступать в рыночные отношения. Как же вы это будете делать в отсутствии государства? Вот. И каждый раз это вот возникает такие вот трудности, вызывает трудности для представителей этого течения. Вот. Но я с ними продолжаю такие вот ежедневные дискуссии. А вы, Борис Юрьевич, вы сталкивались с представителями анархокоммунизма? Да, я сам анархокоммунист. Да, это Вот. любопытно. Обычно я характеризую себя как православный анархо-коммунист еврейского происхождения. Да, еще надо Дело в добавить. том, что я начал свою взрослую жизнь с того, что оказался в кибуце. Кибуц – это еврейское поселение в Израиле коммунистического типа, типа коммуны. И до этого я был очень антикоммунистически настроен. Шел 89-й год, близился распад Советского Союза. А на факультете истории в университете я возглавил восстание против экзамена по истории.
требуя его отменить, поскольку они сами не знают, какие ответы они хотят получать. И нам удалось отменить экзамен истории. Да. Его заменили на работу, сделать работу, и причем на любую тему. Я выбрал тему кибуцов, еще не побывав там, еще будучи в Советском Союзе. Тогда вышла публикация в журнале «Огонек» о кибуце. И, кстати, потом, находясь в кибуце, учитель иврита сказал, что они слышали об этой публикации. Я сделал такие выводы, что поскольку в Израиле живет 3% в кибуцах, то приблизительно 3% населения – это то число людей, у которых есть склонность жить в коммунистических отношениях. И ошибка была Ленина, партии и прочее пытаться засунуть в эти отношения 97% населения. Ну, сейчас я так не считаю. Вот. Но тогда, по воле судеб, приехав в Израиль довольно быстро, я поехал в кибуц. И на меня это произвело неизгладимое впечатление, как контрастировало полное беспокойство жизни мигранта с абсолютно беззаботным существованием в кибуце, где действительно нет денег, действительно все общее. То, что они не считают полезным, они выписывают, есть у каждого такая книжка, и в месяц им выдается виртуальные 100 шекелей, и по очень маленьким ценам какие-то огороды стоят. За такие цены невозможно купить снаружи. Есть лавка, где продают сигареты, алкоголь, какие-то еще дополнительные вещи, которые они считают не нужно давать людям. И есть для тех, кто все-таки хочет по-семейному что-то себе приготовить, продает овощи, тоже безумно было дешево, там, совершенно безумные вещи. Это дешево. Все остальное было прекрасным. Столовая, там по 2-3 часа каждая трапеза. Очень большой выбор, но в основном того, что они сами производят в этом кибуце. Вот. Красивый городок, тонущий в зелени, маленькие, белые, красивые. Молодежь в основном занимается сексом очень интенсивно. Валяет дурака, несколько бассейнов. Конечно, на границе с Ливаном периодически стреляют и прочее. Но есть какой-то тип жизни такой, очень интересный, который позволяет тебе прийти в полный и окончательный расслабон. Ты ни о чем не беспокоишься. Да, там надо работать, но работают они. Мы работали немного, где-то часов по 5, и не каждый день, а через день. Через день мы учили иврит. Вот. Вставали очень рано, это правда, что-то в 4:30. Везли нас на это поле, где собирали апельсины. Ну, я бы не сказал, что я сильно там утруждался. Вот. И прожил я там какое-то время. И вот выходить оттуда – это жуть. Ты выходишь, смотришь, банка творога стоит 3 шекеля, блин. Все стоит деньги. То есть это какой-то даже некоторый отрицательный шок, когда ты выходишь в этот мир и неприветливый. Ну, из недостатков они суют, у них нету чувства личных границ, они суют нос во все. Вот. Ну, разве что вот такое. Но это произвело на меня такое влияние, что потом, находясь в свободном состоянии, я организую вокруг себя коммуны. То есть сначала это было просто, что в моем доме постоянно паслись кучу друзей, которых все время кормили, которые все время там проводили время. А потом мы открыли приют у себя дома. И 9 лет у нас был приют, где
очень были похожие условия, как я жил в кибуце. Все было как бы общее. Готовил в основном я на всех. Я очень любил это делать, очень любил кормить всех. Вот, вообще их всех очень любил. И вообще был очень счастливым. И потом, когда уже нас разогнали и чуть не посадили меня за то, что я слишком много людей поселил в одном доме и прочие правонарушения, вот, то когда я опять оказался один на какое-то время, у меня опять завелись люди. Началось с отношений капиталистических. Я сдал комнаты в доме, ну, в другом уже. А потом все это как-то скатилось на такое же коммунистическое сообщество. То есть я естественным образом всюду образую вокруг себя вот такие коммуны. И очень уютно чувствую в этом отношении. Людям это часто непривычно, но они идут на это. То есть, ну, если тебя бесплатно кормят и лелеют, то что деньги? Я не хочу теперь сказать, что только у 3% населения есть склонность к такому образу жизни. Я хочу вообще-то сказать, что, наверное, такой образ жизни, он наиболее естественный для людей. А это очень неестественно, когда между двумя людьми лежит препятствие в виде денег. То есть получается, что если пользоваться правилами нормальной экономики, ну, вот чистой экономики, то если в лавку, где ты продаешь хлеб, зайдет человек, не имеющий денег, он должен умереть с голоду, но ты не можешь дать ему хлеб, если он не даст тебе монету. Естественно, мы как-то трансформируем эти вещи, нарушаем, но если это вот был бы чисто экономический закон, товар, деньги, товар, ты не можешь дать товар без денег. То есть деньги становятся, конечно, они эквивалент обмена, но при этом они становятся непреодолимым препятствием. И это особенно чувствуется в экономические кризисы, когда товаров полно. И вот людей полно, и все еще пока работает. Но система перестает работать. У людей нет денег, они не могут купить. Производители начинают уничтожать товары, и всякие вот эти ужасные вещи происходят. Вот. Поэтому я считаю, что такое состояние сожительства. Кстати, мы идем по этому направлению, то, что называется shared economy, когда ты не покупаешь машину, а есть сайты, где ты можешь ее взять у кого-то, одолжить. Ты не покупаешь коттедж, а Airbnb берешь на время. То есть вот то, что по сути дела, как бы попытки сделать вещи общими. Потому что, честно говоря, это очень неудобно, когда у каждого что-то свое. Это хорошо для экономики, потому что ей хочется, чтобы у каждого был один холодильник, два холодильника, пять холодильников. Но людям это неудобно. Есть очень много вещей, которые мы можем легко и не ссорясь использовать совместно. И как бы особой сложности в этом нет. И у нас очень много ресурсов уходит вот именно на развитие этого рефлекса собирательного. Далее я стал изучать биологию этих процессов. Они регулируются гормонами. И написал книгу «Наука о добре». Это пересекается с мыслями Петра Кропоткина о кооперации, содружестве, взаимовыручки, которые он наблюдал среди высших животных и противопоставлял эти признаки чистому природному отбору, да, естественному отбору. Вот. Что мы установили? Я писал книгу с биологом, кандидатом наук из Москвы.
просмотрев всю современную биологическую литературу, мы нашли подтверждение тому, что у высших животных есть очень много признаков того, что во многих случаях они предпочитают личную выгоду, они предпочитают поделиться, что-то отдать и так далее. И уже изучены механизмы, что оказывается в результате таких действий бескорыстных происходит выброс окситоцина. Окситоцин – это очень многофункциональный гормон, который выбрасывается, когда мы обнимаемся, когда мы общаемся со своими. И очень сильно он выбрасывается, когда после оргазма. Если вы помните, после оргазма возникает ощущение какого-то уюта, блаженства, вот это послевкусие, оно вызывается мощнейшим выбросом окситоцина. И, кстати, я бы сказал, что оно притупляет либидо. Поэтому я очень отчетливо помню, что механизм удовольствия похожий, да? Секс, агрессия, желание оставить свои гены следующему поколению, либо помогать другим. И то, и другое в конечном итоге приводит к действию окситоцина и похожему эффекту. Эффект наполненности, покоя, счастья, реализации. Вот то, что мы говорили о высших потребностях человека. Вот чувство реализации себя дается именно вот этим окситоцином. Вот. И тогда я решил в этой книге описать два эволюционно выгодных механизма, которые действуют у нас. Это всем известный механизм естественный отбор, борьба всех против всех, за ресурсы. Победитель передает свои гены следующему поколению. И второй, совершенно противоположный, это помощь своим. То есть делиться пищей, защищать кого-то и, как высшая степень, самопожертвовать. Мы наблюдаем самопожертвование у животных ради своего потомства и даже бывает ради соплеменников и прочее, прочее, прочее. То есть и у того, и у другого есть эволюционная выгода, очевидно. Если на этих чашах весов будет перевешивать одна из них, популяция может погибнуть. Если в популяции будут только агрессивные альфа-самцы, они всех загрызут, и в конечном итоге их генетическое разнообразие будет очень узким, и популяция выйдет. Если будет только желающие делиться, они будут расточать все ресурсы, и точно так же не сделают запасов и прочее, и тоже выберут. То есть обе силы необходимы для поддержания успешной популяции. И что еще наблюдал? Одно вытесняет другое. То есть получается, что максимальное удовольствие человека от человека может получить именно за счет выброса окситоцина. И поэтому, когда человек видит другого человека, у него есть два пути. Либо ему помочь, либо его трахнуть. То есть но конечный результат будет выброс окситоцина и чувство этого наполнения и реализовываться. Вот такой вот немного грубоватый, но простой подход я подвел под тот спор, которому уже более 100-150 лет, который вел Кропоткин. Он именно в своих работах пытался доказать, что не только и не столько отбор работает, а работает кооперация. И нужно среди людей не гоббсовскую агрессивность воспитывать, не
борьбу всех против всех, а именно развивать кооперацию. И как проявление кооперации отпадает необходимость в сильном центральном государстве, которое рано или поздно становится источником, самым мощным источником насилия. И за счет того, что этого источника насилия нет, формируются свободные общины, входящие в кооперацию между друг другом на свободных основаниях. И в этом есть основа анархического устройства людей на земле. Как вы верно сказали, что происходит внутри общины небольшой, может быть по-разному. Может, у них будет какой-то обмен, может, у них будет взаимовыгода, может, будет коммунистические полностью отношения. Но смысл заключается, главный смысл анархии заключается в отсутствии государства как источника насилия. Вот. В этом основной смысл. То есть анархия, мать порядка, давай всех насиловать, убивать, цыпленок жареный, это не то, что имелось в виду. Имелось в виду именно отсутствие государства. Но откуда у нас взялось государство? Государство в его современном виде у нас взялось, как ни странно, оно не является наследником абсолютизма и царской власти или некой обожествленной власти, божественной, помазанника Божьего. Оно является искусственным конструктом на основе идей, в том числе и Жан-Жака Руссо, описанных в таком труде, как «Le contrat social» – «Общественный договор», где идея заключается в том, что независимые индивиды добровольно отказываются от части своих прав, привилегий в пользу общего блага и взамен этого, от этого, кому они все это отдают, получают необходимые блага, которые иначе бы было бы практически невозможно обеспечить самим себе. Такие как защита от внешнего врага, справедливость внутри комьюнити, то есть не побеждает сильнейший, а побеждает тот, кто по справедливости имеет право это победить и получить, и уже добавившиеся после образования, здравоохранения и все, что мы ожидаем от государства. Если бы государство было в идеале так, как оно задумывается, ну, Руссо тоже человек своего времени, он тоже хотел загнать железной рукой людей в счастье, как это бывало с людьми тогда, особенно до Французской революции, когда они еще не видели, как все это красиво получается, в кавычках. Вот. Но если взять государство в идеале, то не надо анархии. Зачем чинить то, что хорошо работает? Если государство не является источником агрессии, насилия, если оно не становится самым главным врагом своего гражданина, если оно обеспечивает этого гражданина всем необходимым, как мы обсуждали по шкале потребностей Маслова, я говорю, шкале, ну, пирамиде потребностей Маслова, от базисных до самореализации, то зачем что-то менять? Анархизм возникает как реакция на сложившиеся обстоятельства, где государство становится самым страшным врагом индивида. И это ненормально. Оно ведь создается нами, это государство ведь никто нам не навязывает. Это мы его создаем. Причем, вот как вы говорили плохо об искусственном интеллекте, так можно говорить и о государстве. Оно всегда виртуально, его нет. Его невозможно потрогать, пощупать, ущипнуть. Оно практически бессмертно. Кто еще делает планы на 100 лет вперед? Вот у нас Канада делает. А Великобритания
несмотря на то, что это корона. Оказывается, они не продают землю. Вся земля принадлежит королеве. И тот, кто покупает участок земли, он берет право ее пользования на 999 лет. То есть, понимаете, а у нас в Канаде подобная такая же вещь. Вся земля принадлежит короне. Так мы и называем Crown Land. Очень много участков закрыты. Их невозможно ни купить, ни продать. И так далее, и так далее. То есть это не корона выше короля. Король – это временный исполняющий. Но вот этот вот квази-правитель, которого не было при абсолютизме. При абсолютизме сувереном был человек. Власть при идеальном абсолютизме концентрировалась: государство – это я. А при конституционной монархии или при любом другом виде правления современном государство является виртуальной системой. Это не человек. И да, люди влияют на то, какое оно, и оно очень влияет на людей, но оно создает очень много проблем. Оно решает много проблем, но и создает очень много проблем. И когда у нас возникает желание избавиться от тех проблем, которые он создает, мы снова возвращаемся к вопросам анархии. Пожалуйста. Да, спасибо. Я себе делал по ходу ваших рассуждений некоторые заметки. Во-первых, я не совсем понял, почему между людьми обязательно стоит преграда в виде денег. Ведь тот же хлеб в лавке можно дать и бесплатно, и пример тому Нет, есть. Вот. я имею в виду, точно так же, как в математике нельзя там делить на ноль, то в экономических отношениях нельзя давать хлеб бесплатно. Так это когда речь идет об абстрактной модели, а не о живых отношениях людей. Вот это то, на чем Естественно, опирается вегетарианство. естественно, да, но эта абстрактная модель на индивидуальном уровне может нарушаться. Но если вы начнете раздавать хлеб бесплатно всем, нарушая эту якобы абстрактную, то она рухнет, потому что она построена на товар, деньги, товар. Но это у меня есть факт просто, который опровергает это. Есть Например. такой бизнесмен, он очень не любит, когда его называют бизнесменом, Герман Стерлигов, основатель первой в истории современной России биржи. Вот он создал сеть каких-то лавок, которые продают еду. Там еду, которую он делает вместе со своей семьей и какие-то его, значит, последователи. И у них есть правило, что вы приходите в лавку, там хлеб стоит безумных денег. Я его когда-то покупал, вообще весьма вкусный, он этих денег стоит. Но он стоит безумных денег, там буханка может стоить 500 рублей, там 1000 рублей, в зависимости от сорта. Но если у человека нет денег, он может просто попросить ради Христа, ему дадут бесплатно. Вот так Вот же у более меня того, было устроено. Одну минутку. Вот та же система. У нас мы совмещали невероятный приют и отдых для богатых. То есть за комнату в нашем поместье, там было 14 комнат, но их было меньше, я сделал больше, мы могли брать $300, $100. Либо давать их бездомным совершенно бесплатно. И мы усаживали всех за один стол. И у нас приезжали банкиры через Airbnb из Торонто и прекрасно общались с домушниками, с проститутками, и, ну, в смысле, общались за столом. Понимаете? То есть я проводил удивительный социальный эксперимент. И принцип был именно такой. Все бесплатно, но если ты можешь или хочешь, ты даешь то, что можешь или хочешь. И все говорили, это не может работать. Но мы так жили 9 лет. Понимаете? Да, Да. это может работать. Но вы как бы именно и подчеркиваете, что тот принцип, который я использовал, он не экономический принцип. Он как раз более коммунистический принцип. Потому что многие могли дать не деньгами, работой, поддержкой, участием и прочими всякими вещами. Если бы у нас не было денег, мы бы все равно выживали. 90% того, что мы просили и получали, было не деньги.
Это были продукты, рис, картошка, вещи, одежда, мебель необходимая, транспортные средства старые нам жертвовали. Понимаете? То есть, в принципе, если бы нас лишили денег и сказали, вообще не надо денег, единственное, чего мы не могли без денег, это платить официальные счета. То есть, если бы... Борис, Да. да, я здесь должен вступить с вами в спор, потому что как раз, да, я еще забыл сказать, что Стерлигов еще наставлял своих продавцов, что если человек, например, украдет что-то из магазина, за ним не нужно бежать, потому Не что он нужно. просто У своих нас детей хочет невозможно кормить было нормально. украсть. Заявлялось, вы можете взять все, что хотите. У меня Да, был очень вот. богатый дом, очень богатый дом. И мы даже не замечали, кто что брал, кто что приносил, кто что это самое. Борис Юрьевич, так на микроуровне есть эксперименты, которые это подтверждают, что на микроуровне давать что-то за нефиксированные пожертвования гораздо выгоднее, потому что если человеку не объявлять цену за товар, в среднем, да, есть люди, которые Дают абьюзят эту больше. систему, но в среднем люди платят больше. Дмитрий, Вот. я вам по И... секрету скажу, нам давали больше. Не то, чтобы я там откладывал деньги там или это самое, но это реально. То есть, если ты захочешь продавать свечки, по доллару за штуку, то ты соберешь гораздо меньше, чем если скажешь, берите свечи бесплатно, оставляйте пожертвование. Да, вот. Но Еще я раз на раз хотел... не приходится. Да, бывает так, что кто-то абьюзит. Я хотел вам возразить. Вы сказали, что вот людям обязательно нужен... Вот неужели людям обязательно нужен посредник в виде денег? Но проблема в том, что если вы уберете деньги, люди будут просто обмениваться товарами, то рынок-то все равно останется. Как бы претензия к Нет, 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 здесь анархизму нету. Именно вот это деньги нужны для удобства обмена. А здесь речь идет не об обмене, а об коммунистическом принципе. Каждый получает все, что ему нужно, а дает все, что он нужен. Это не обмен. Здесь нет равного обмена. И это гораздо удобнее. Это снимает все вопросы. Вот как внутри кибуца вы живете. Если вы больны, не можете работать, вы просто праздно ходите, но имеете все те же права. Вы кушаете сколько хотите, пользуетесь теми. Вот мне еще нравилось, у них парк машин был. Ты заходишь, пишешь в тетрадку, насколько тебе надо, кто ты такой, берешь ключи, садишься, едешь куда хочешь. У меня дома тоже, у меня несколько машин было, потому что нам дарили старые машины. Висели ключи на этих самых, и даже ничего записывать не надо было. Взял, поехал, приехал, делай, что хочешь. Вы понимаете, вот эта вот формальность оформления вот этих отношений в какой-то момент становится препятствием и даже доводит до голода, до социальных катаклизмов, до разрушения систем. Понимаете, именно вот так и устроен как бы этот рынок. А, да, новые люди приходят, и начинают воровать. А что ты можешь украсть? Ну да. Они что делают? Они вкусные какие-то вещи тащат к себе в комнату и прячут. Но там нет холодильника. Начинают портиться. И перестают. Бывает, что консервы утаскивают. Но в основном это были, как ни странно, не нищие. Это были регенши, хоры. То есть именно те люди, которые считаются наиболее приличными, вели себя именно так. И я хочу сказать, что развалили мою идиллию не нищие и не преступники, а люди, которые считаются порядочными и которые, казалось бы, должны были бы только поддерживать такой истинно христианский тип существования, похожий на первые христианские общины. Борис Юрьевич, здесь есть одна проблема. Вот что касается того, что вы сказали, что тут нет обмена, потому что каждый может взять то, что ему нужно. Вот проблема в том, что у людей нет ничего своего.
Вот знаете, я когда... Вы можете посмотреть у меня на канале видео под названием «Тайная история секты», где я беседую с одной моей знакомой, которая в течение 10 лет была правой рукой Константина Руднева, создателя такой так называемой секты Ашрам Шамбалы. Вот. И она рассказывала, что человека... Главное вообще, что делать, чтобы человека зажать, у него просто все отнимали. Все, что у него могло быть, у него отнимали, ему У меня запрещали не было иметь. секты, я совершенно... Нет, я не говорю, что у вас была секта. Я говорю про то, что, в принципе, когда у человека не может быть ничего своего, и сам человек не может быть свободен. Об этом писал еще Гегель. У него есть очень убедительное доказательство на этот счет. Более того, вот есть какие-то вещи, например, вот, которые представляют для человека не материальную, а моральную ценность. То есть, например, у меня вот есть целый список книг, которые я никогда не открываю, я их никогда не читаю, но я дорожу ими, потому что эти книги подарили мне близкие люди. И Можете я себе никогда... представить, как я любил свою библиотеку? У меня трехэтажный дом, и весь был в стеллажах. У меня были тысячи книг, в том числе редкие. Я был достаточно богат до того, как примкнул к христианству. И я иногда тысячи долларов тратил на книги, и на разных языках, и 16 века издания французские, и энциклопедия этих самых энциклопедистов, чуть ли не первая, 1780-х годов, 30 томов, вот самые-самые. И времен Наполеона, издание Мольера, и первое издание Бомаше, и все. Я все раздал, Дмитрий. И это удивительная вещь. Вы помните, был фильм «Остров», где «Остров», где там он сапожки, у него были сапожки или одеяло какое-то. Не помните? Остров. Я примерно понимаю, о каком фильме вы говорите. Я просто испытываю личную неприязнь к Лунгину. Дело в том, что вот этот принцип отдать, и что у тебя на земле ничего нет, он так расслабляет. Во-первых, прекращается стяжательство, причем уже на всю жизнь прекращается. Я уже давно не живу таким образом жизни, но я ничего не приобретаю. Не от того, что я жадный, а от того, что только то, что мне нужно. Понимаете? Раньше я был как белка. У меня этот дом был обставлен дорогущей мебелью. Там что только туда я не таскал. И все раздал. И вот когда ты начинаешь раздавать и отдавать себе отношения, что нет ничего такого, чего бы ты не отдал, а в какой-то момент ты доходишь до того, что ты и жизнь готов отдать. Вот в этом смысл освобождения христианского, понимаете? Человек действительно становится счастлив, но я нашел биологическое объяснение. Это окситоцин. Вот это вот чувство эйфории, когда у меня были все эти люди, и я занимался только тем, что им готовил, возил их на какие-то их дела, к врачам, выслушивал их страшные истории, решал их какие-то страшные дела, ничего не делая для себя, кроме как чем-то перекусить, сходить в туалет и спать. Я был абсолютно счастлив. Я думал, что это что-то обязательно духовное. Но потом оказалось, что это не только духовное, это еще и физиологическое. Просто у любого человека, даже не очень доброго, спроси, ты когда-нибудь делал что-то просто так? Тебе было от этого приятно? Он обязательно скажет «да». Но у людей это не развито. А когда вы это развиваете до такой крайности, как это было у меня, оно сильнее секса. В таком состоянии, если вам даже без всяких моральных ограничений будет выбор трахнуть или помочь, вы предпочтете помочь. Это приятнее. Представляете? Потому что трахнуть, там включается куча других гормонов. А помочь вы получаете сразу то, что вы получаете уже после оргазма. Понимаете? Борис Юрьевич, но вы правильно сказали, я раздал, но анархокоммунизм это не про я раздал, это про то, что все должны раздать.
Если вы приняли такое решение за себя, почему вы принимаете такое же решение за Я других, если не обращаетесь принимал, к я ни вам? от кого ничего не требовал. Я не лично к Люди к вам, нам как она. приезжали очень небедные, на дорогих машинах, и закрывали свою комнату на ключ, и ни хрена не платили. Мы, в общем, не следили, кто что клал нам в ящик. Вы знаете? Мы не знали, кто нам клал в ящик и сколько. Вот. И никто никого не заставлял ничего раздавать. Это было просто организация, где не было главы. Я не был главой. Я не был тот, кто кого-то выгонит. Вот прямо. Или потребует дисциплину. Все приезжали, спрашивали, какие у вас правила в доме. Да никакие. Так у меня матушка-то со мной развелась за это. Что это, то это. Вот поэтому у меня и не была секта. Если бы я стал вводить свои правила, это бы сразу стало сектой. А у меня не было правил. И оно хаотично существовало, никто никого не убил. Драться дрались иногда. Но что ты сделаешь? Ты встаешь между ними. Матушке по уху попало однажды. Разнимало. Меня чуть не зарезали. Шизофреник. Ножом. Это бывает. Но вот если ты еще веришь в Бога, то ты абсолютно спокоен. Потому что тогда ты знаешь, что волос с твоей головы не упадет. Это раз. Что просят, дай. Это два. Я сколько раз, у меня там промусоленная была дыра в том месте, где это написано. Я все каждый раз проверял, нету ли там сноски, исключения, когда не давать. Просят, дай. Это два. И третье, каждый, кто к тебе стучится, это сам Христос. Как бы он ни был уродлив, неприятен, и как бы у тебя не было естественного желания дверь не открывать, его не пускать. Вот эти вот три вещи, составляющие, составляют Новый Завет. Помните, там многократно повторяется, 4 раза повторяется список того, что делали те, кто по правую мою руку. Ты накормил, ты приютил, ты утешил, ты посетил, вставай по правую руку. Ты этого не сделал, иди во тьму внешнюю. То есть самое ценное, вот как бы действенное проявление учения Христа и завет, именно вот как ковенант, как договор с Богом, что он тебя не подставит, он тебя не предаст. Во всех ситуациях, даже когда тебя хотят убить или даже убьют, мы же знаем, как мы в христианстве рассуждаем, что такое мученическая смерть, да? Что такое положить душу за други своя. Это не значит участвовать в каких-то там военных операциях. Это значит быть готовым предстать перед Господом в любой момент жизни своей. И это создает счастье и абсолютное счастье покоя. И ты начинаешь понимать, что это за путь к святости. И почему православие может быть источником радости, огромной радости. Хотя, в принципе, это очень трагичное и депрессивное учение. Если им не пользоваться буквально, как этим пользовался я. Вот. Но в какой-то момент ты падаешь, потому что только претерпевший до конца спасется. И наши святые говорят, поднимайся, иди дальше. Ты все время падаешь и падаешь. Ну вот я упал. Но сейчас стал что-то уже получше говорить. Видите, вы вот меня наблюдаете уже в течение там года. Раньше я был злостный еретик, а сейчас явно чувствуется, что с Богом у нас начинают отношения улучшаться. Я понимаю, о чем вы говорите, но тут проблема в том, что я знаю множество обратных примеров. То есть у меня как-то раз было, меня пригласили на ток-шоу с коммунарами. У нас была такая в Москве коммуна, которая базировалась в башне. Они сделали сквот и устроили там коммуну. И я с ними общался, и я вот прямо чувствовал, ну вроде все в порядке, но что-то тут не так.
А потом дали слово одной девушке, которая с ними жила раньше, а потом от них ушла. И у нее стали спрашивать, а почему она от них ушла? И вот она, когда начала говорить, я вот просто понял, да, вот это оно, вот что не так. И она сказала, что когда у людей возникали конфликты, а конфликты, они, безусловно, возникают всегда, потому что люди не идеальны. Мы не идеальные шестеренки, которые друг с другом вот так вот вращаются. Мы все время будем друг об друга сталкиваться, тереться и так далее. И она говорит, что как только возникали конфликты, начинались обсуждения, рефлексия, попытки договориться. И вот этих, она говорит, что такое ощущение, что большую часть времени мы были заняты разрешением конфликта. И она просто сказала, что я поняла, что я сойду с ума. Если я вот останусь там еще, я сойду с ума. Потому что невозможно. Вот мы Это занимаемся было у нас, не но обсуждением, обычно а я каким-то решал всегда за свой счет. То есть, если был конфликт, что ты украл у меня 10 долларов, я выдавал свои 10 долларов тому, у кого якобы украли, и разрешал конфликт таким образом. Однажды я составил таблицу по степени того, как все, кто жили в моем доме, ненавидели друг друга, добавляя баллы, и повесил им на стену, чтобы они увидели, как уродливо они живут. Я был духовным лидером, но не тираном. При мне мало ссорились, и не, ну, то есть гораздо было все мягче. Стоило мне покидать, и все перессоривались, конечно, сразу. Это да. Но Но свое в том-то и дело. влияние я оказывал именно, во-первых, не осуждением, прекращением этих всех этих самых осуждений, то есть не поддержанием там этих. Если у кого-то он хотел его комнату, а его не пускали, то я мог подкупить того человека, зная, что он хочет чего-то другое, говорил: вот я тебе это дам, только это. Или вот даже были случаи, был у нас один несчастный, он умер. И тот второй тоже, он потом умер. Все не у меня умерли, не на моем этом. Помнишь, как Христос сказал: на моем этом никто не погиб. В Евангелии он говорил ведь вроде, да? Христос говорил? Нет? Ну, не важно. Я не помню. Ну, не важно. Важно, что, ну, тот был совершенно несчастный, а этот его терпеть не мог. И тот говорил: выгони его, выгони его, выгони. И я к нему пришел и сказал: сколько ты хочешь, чтобы его терпеть? Он говорит: 1500 долларов. Я говорю: хорошо, я дам тебе 1500 долларов. Он говорит: зачем? Зачем ты даешь мне деньги? Зачем ты его терпишь? Я не понимаю. Я говорю: ну, со временем, может, поймешь. Берешь деньги? Беру. Подождал, кто-то пришел, что-то пожертвовал, я ему дал деньги, он его терпел. То есть вот таким образом я хранил мир. И это длилось 9 лет. Да, но в том-то и дело, что получается, что все держалось только на вас. Вы бы ушли, все разрушилось. Еще я вспоминаю пример, когда были протесты БЛМ в США, протестующие умудрились захватить целый район. Они это назвали автономной зоной капиталистского холма. И в частности, новое вот правительство этой самой зоны объявило о том, что теперь еда будет раздаваться всем нуждающимся. Вот. На следующий день еда закончилась. То есть просто все, кто нуждался, они пришли, забрали еду, а остальным не хватило. И люди стали спрашивать, а почему вы им дали, а нам нет? И начались конфликты, то есть началась вражда, то есть вот этой вот популистской политикой они добились того, что они породили вражду между людьми, Ну, то что есть люди вы по сути, ненавидят. делаете парафразу того, что делал каждый приезжающий. Это невозможно. Нет, это не то, что невозможно. Я вам привожу конкретный факт. Я не говорю, что это невозможно. Я Я не строю считаю, что это невозможно без Бога. Если вот Господь покровительствует обители, то любое чудо возможно. И вот мы читали по вечерам жития святых. И без ложной скромности это очень напоминало нашу жизнь. То есть, когда до последнего момента ты не знаешь, как разрешится очень тяжелое обстоятельство. Для монастыря кончился хлеб или еще что-то.
или заплатить, или какой-то ворог там преследует. И вот в последний момент приходит спасение. И это спасение приходит по вере вашей. Понимаешь? То есть постоянно идет воспитание, постоянное проявление действия Святого Духа, постоянные какие-то маленькие и большие чудеса. Это невозможно, вы совершенно правы. Без водительства Духа Святого такие эксперименты ничем хорошим не кончаются. Оно и с водительством Духа кончаются ничем хорошим не кончаются. Но просто наше понимание светское хорошего и божественное понимание хорошего, оно может быть разным. Если человек взял и подставил свою грудь, и его убили за други своя, то для Бога это, в принципе, хорошо. И для человека хорошо. В рамках нашей веры. А для общества это дикость жуткая. Правильно? Вот. В этом есть непримиримое противоречие мира и неба. Но, что я очень хочу сказать, почему, и эта мысль у меня была еще вот мои 18 лет в первой этой работе, почему вы хотите изменить все общество? Практически в большинстве обществ вы можете создавать суп сообщества, живущие по тем правилам, какие вам нравятся. Вы коммунист, вы анархист. Попробуйте начать жить таким образом. И те, кому понравится, начнут с вами кооперировать. Или не начнут. Если вы там хотите там национализм, ну, окружите себя той нацией, которая вам нравится, и сидите, целуйтесь с ними. Почему обязательно любую идею нужно навязать всему обществу в целом? Почему? Борис Юрьевич, дело в том, что то, что вы озвучиваете, является классической критикой анархокоммунизма со стороны анархокапитализма. Потому что анкапы, они как раз говорят, ну смотрите, мы вам предоставляем полную свободу. Вы хотите анархокоммунизм? Пожалуйста, сделайте себе общину, живите как вы хотите, только не заставляйте других. А в анархокоммунизме сделать анкап невозможно. То есть анархокоммунизм неразрывно связан с принуждением. Анархокапитализм нет. Вы сейчас, по сути, озвучили аргументы классические, либертарианские против анархокоммунизма. Ну, вы правильно сказали, что люди, принадлежащие к марксистам, к неординарные, они не совсем обычные марксисты и не совсем обычные анархокоммунисты. Понимаете? Я тут встречался с генсеками обоих коммунистических партий. И мы говорили об этом. И я говорил, что вот я практикующий коммунист. Потому что у нас принцип каждый по способностям дает, а получает по потребностям. Вот это и есть коммунизм. А они говорили, нет, коммунизм – это когда надо бороться с империализмом. Понятно? Я говорю, нет, коммунизм – это вот. А то, что вы делаете, я не знаю, что это. Да, ну, в том-то и дело, понимаете, что вот вы можете сказать, что вот, ну вот представим ситуацию, что мы готовимся создать анархокоммунизм, такую вот коммуну или общество даже, и я вот зажимаю, говорю, нет, это моя расческа, я ее никому не отдам. Ну и И забери. дальше, На да. тебе еще и мою, на, забери мою. Я буду вот Мерси. так причесывать. Возьми. Мерси. И когда у вас будет полно расчесок, вы потеряете к ним интерес. А, тогда отлично. Вот, главное, чтобы меня не трогали. Вот, но в У таком нас случае у вас всегда такие получается были. вот Вы думаете, со мной какие-то были? Они именно так себя и вели. Только моя пусть будет расческа. Пожалуйста. На тебе еще расческу. Принесите со всего дома расчески и дайте. То есть ваша система, она предполагает эксплуатацию тех людей, которые готовы делиться. Нет, я даю им наслаждение. Вы знаете, нам очень много помогали,
и я видел на их лицах настоящее наслаждение. Тот самый окситоцин. Люди злые, люди акулы бизнеса. С таким умилением привозили нам и деньги, и рис, и картошку, и яйца. И работали у нас на огороде. И я видел в них блаженство. Я дарил им счастье. Такое счастье, которое они нигде не могли бы получить. То есть суть в том, что нужно подсадить людей на окситоциновую иглу и за счет этого Вы знаете, я думаю, счастье заключается в том, чтобы жить так, как ты себя чувствуешь комфортно. Вот я себя чувствовал комфортно так. Сейчас я уже так не чувствую себя комфортно, я живу немного по-другому. Но старые привычки остались. Если попросят, я дам. Если я вижу у человека какое-то затруднительное положение, то я дам. Но постараюсь так сделать, чтобы он мог что-то мне сделать взамен, чтобы он не оставался с чувством униженного, ну, знаете. То есть я за многие годы понял, что люди не хотят чувствовать себя в долгу или бедными и так далее. Тонкость заключается усовершенствованного христианства, что сказано «просит, дай». Но в современном мире даже доведенные до отчаяния из-за гордыни своей могут не попросить. Я бы немного усовершенствовал. Видишь, что человеку надо – дай. Причем дай так, чтобы не унижать его. Да, ну, в целом, это очень хорошая идея, и мне вообще нравятся многие вещи, которые вы говорите. Единственное, что нельзя здесь, чтобы что-либо из этого сопутствовало, чтобы чему-либо из этого сопутствовало насилие. Потому что вот я когда общался, понимаете, вот вы хороший анархокоммунист, вы бы видели, что мне пишут другие анархокоммунисты. В итоге у нас была дискуссия недавно, и они сказали, что если анархокоммунизм когда-нибудь появится, у меня будет два пути. Меня либо убьют, либо продадут в рабство. Знаете, что поразительно? Я сейчас акула бизнеса. У меня мой бизнес очень быстро распространяется по континентам, реально. И когда я проанализировал, как устроен мой бизнес, это вот эта сеть независимых анархических коммун, находящихся в добровольном... То есть вот как мы делим деньги, допустим? Вот у нас появляется работа, мы не договариваемся о делении денег. Мы делаем работу, и что остается, мы по общему согласию распределяем. И это бизнес. У нас нету никаких правил, там, ты не можешь украсть клиента. Ты можешь, если тебе выгодно, сделай это. То есть главный принцип – это добровольное сотрудничество без всякого принуждения. И таким образом я образую эти бригады по всей земле. Это работает. Причем мы прекрасно интегрируемся в систему капитализма, но мы не работаем в некапиталистических пока странах. Но разброс очень большой разных культур. Новая Зеландия, Австралия, Соединенные Штаты, Ирландия. Это я перечисляю там, где мы реально делаем какие-то вещи. Да? Вся Канада. Сингапур пытались еще, но пока не сделали. То есть, вот опять же, даже вот в этих отношениях нету иерархии. Я не главнее тех, кто работает там. Понимаете? Иерархии нету. Именно анархия существует. Анархия, но не хаотическая анархия, а упорядоченная анархия. В то время как главная движущая сила – это свободная воля человека. Хочешь – делаешь. Не хочешь – не делаешь. Все. Вот так.
Нет, это совершенно прекрасно, и это еще добавлю, что и мне лично очень интересно, потому что я как раз читаю с большим любопытством работы философов-солидаристов, которые, в общем-то, здесь сходятся с Кропоткиным, говоря, что солидарность людей и взаимопомощь является основным фактором вообще человеческого развития и в том числе, кстати, очень полезным экономическим фактором. И я на собственном опыте убедился, что взаимовыручка и помощь, она является таким вот очень сильным бустом для человеческого развития, потому что так получилось, что я отучился в 5 школах за свою жизнь. Нет, по-моему, в 5. И в одной из школ я помню, что всех в классе постоянно стравливали друг с другом. Вот такая вот была Я идеология. тоже так делал. Когда начинал бизнес, у меня все держалось на стравливании друг с другом, разделяя власти. Я Да. перепробовал много вещей. Я не умел, мне не у кого было взять. Вот, кстати, что еще интересно, как надо распространять свои идеи. Примеры. То есть вот эти люди, которые со мной работают в разных странах, если будут далее наращивать свои эти самые, они могут перенести свои отношения. Хотя не обязательно. Вот там внутри, что у них делается, это черный ящик. Я не знаю, они могут там всем бесплатно все раздавать или рабами пользоваться. Я не знаю, что они делают. Но те, те, с кем я общаюсь, у нас отношения вот такие. И сначала это вызывает настороженность, но после первой же транзакции, видя, насколько, во-первых, я ведь всем доверяю, и меня никто не обманывает. Кстати, вот это удивительная вещь. То есть совершенно незнакомому человеку на материал или на что-то послать $500, $1000, пожалуйста. Если он их заберет, значит, ему они были нужны, и все. И у меня будет удовлетворение, значит, что он смог их получить. Значит, мне не надо было идти через то, что ему унизительно пришлось у меня просить, что ему надо. А так получилось, что так вот здорово взял и пошел. Но никто не берет, все нормально. Вот это удивительная вещь. Так вот, я говорю, что масштабирование этих вещей происходит из личного примера. Но я не настаиваю, что эта модель хороша. Я говорю о том, что моделей должно быть много и разных, как мы вот недавно говорили про анархию в науке. И такие мегаполисы типа Торонто, они как раз напоминают эти вещи. У нас существует так много иммигрантских небольших общин, они настолько разнятся, но в то же время все время пересекаются в каких-то деловых отношениях, что здесь можно жить совершенно по-разному. На маленькой шкале, на большей шкале, на еще большей шкале. Для меня не является выгода императивом деятельности. Для меня императивом деятельности является счастье мое и тех, кто вовлечен в эту деятельность. А она совершенно не пропорциональна выгоде. Да, есть такой момент. Вот я тоже, когда, в общем, еще в школе учился, у меня были такие попытки. Так получилось, что я совершенно случайно создал совершенно небольшое крошечное дело, которое мне, тем не менее, стабильно приносило 1500 рублей в неделю. Ну, для меня, когда я был школьником, это были большие деньги. Вот. Но когда я про это рассказывал, мне говорили: а почему вот ты... Я там должен был сотрудничать с людьми, которые мне должны были там писать статьи. И мне говорят: а почему вот ты платил им столько? Ты ведь мог платить меньше и получать еще больше денег. Я говорю: ну да, мог бы, но зачем? Ведь все равно всех денег в мире не заработаешь. Вот. Так как бы да, ничего страшного не произойдет, если себя ограничить, но при этом, чтобы другой человек получил достаточно, чем пытаться все просто выжать, вот как лимон, чтобы там получить какие-то лишние деньги. Зачем? Какой в этом смысл? Деньги ведь это только инструмент, это значки, это символы. Меня еще многие люди обвиняли в том, что я слишком расточителен, что я много денег трачу, а как бы я не понимаю, какой смысл хранить деньги. Ведь деньги нужны только для того, чтобы обменивать их на товары и Я услуги. совершенно Больше согласен. У ими не меня пользоваться. никогда нет денег. Через меня проходит очень много денег. Но отложенного у меня нет ничего. Да.
Поэтому вот был случай, я там своим соседям, я к Пасхе решил купить баночку черной икры. И соседи мои, когда увидели это, они были в шоке, а я ее отдал, значит, всем на дегустацию. Они говорят: да как так, она же такая дорогая. Я говорю: вы понимаете, что как бы деньги — это просто символы. То есть неважно, сколько ты тратишь, главное то, на что ты тратишь. А сколько при этом, значит, у вас Деньги, было? деньги, да, вы совершенно правы. К сожалению, деньги в нашем обществе – это как наши конечности. То есть человек без денег это как будто человек парализован. Ты ничего не можешь сделать без денег. Даже вот окажись без денег в городе, ты не можешь пойти на транспорт, ты не можешь, ничего не можешь. И это ужасно. И именно мы возвращаемся к началу разговора. В эту самую лавку, где человек хочет тебе дать булку, но не может, потому что у тебя нет денег, а ты хочешь ее съесть, но не можешь, потому что у тебя... То есть, да, деньги играют огромную роль в регуляции, но в какие-то моменты они становятся очень серьезными препятствиями. И чем больше мы будем вводить в свою жизнь безденежных отношений, можно подсластю пилюлю, что не такое святой. Вот с эскортницами я не люблю платить по часам. Я просто даю, сколько могу и хочу. А они меня любят, ну, сколько могут. И все. Огромное вам спасибо. Да, спасибо вам. Чудесный совершенно разговор. Я надеюсь, что наши дорогие слушатели и зрители тоже оценят по достоинству нашу беседу. Вот. И до встречи в следующий раз.